Всем добрый день. Значит, просматривая дальше семьи, значит, вот 4 дня назад я положил, значит, подконки. Соответственно, что из этого вышло? Вот. Вот я вскрываю при вас целлофанчик, утеплитель. Так, попробуем. Ах, поднимать поток. Ну, ладно, попробуем. Может, распалим его. Так, ну вроде посмотрела пчела. Значит, суть данного просмотра. Во-первых, надо подобрать более-менее семью приличную для того, чтобы, значит, поставить ее на весы. Вот, но чтобы ставится семья сильная на весы, для того, чтобы узнать взяток. Значит, ну, ставлю я обычно перед медосбором, когда какой-то медонос есть. Но в данном случае я хочу показать, значит, развеять миф про сады. Значит, мед с весенних садов, платится большая денежка, сказки. Ну, люди в это верят. Соответственно, суть данного исследования, эксперимента. Вот. Показать, что это сказки. Технически его получить можно, но надо тогда штук 5-6 вот таких вот ящиков собрать в кучу для того, чтобы набрать летную пчелу. Суть эксперимента. Вот я сейчас приподнимусь. Вот там у меня за забором видно. Зацветает алча. Вот. Ну, а здесь вот абрикос цветет. Вот. Только все расцветает. Значит, нектар носит летная пчела. Соответственно, в семье должна быть летная пчела. Ну вот мы целлофанчик вот этот уберем под кормку. Вот. Семья хорошая, потому что съела. Это меня радует. Так, ну-ка. Вот. Соответственно, вот. Вот такие вот дела. Под этот ящик, значит, я поставлю весы. Ну, весы я подготовил. Вот. Значит, в следующей серии я покажу, как устанавливаются весы, чтобы не было слета пчелы. Вот. Соответственно, сейчас я камеру выключу, потому что неудобно будет мне просмотреть, какого объема семья. Вот. И в следующей серии расскажу, что я внутри увидел. Всем удачи!